Этих персонажей можно встретить в любом месте. Истории, в которые они попадают, подсказаны самой жизнью. «Даешь молодежь» — скетч-шоу о современной молодежи. Подробности далее в последней серии проекта «Сделано на СТС». В институте, в ночном клубе, в кино или на скамейке в парке они шутят везде. Эти ребята то и дело перевоплощаются то в представителей золотой молодежи, то в призывников или даже готов. В общем, показывают молодежь во всем ее многообразии. Суббота, полдень, обычный московский двор. Но прохожие оборачиваются. Еще бы! Тут башка учит парковаться свою девушку. Так в спальном районе возле Черемушкинского рынка снимается «Даешь молодежь». Съемочным процессом наблюдать. Весело, интересно. Но как-то с людьми по... «Даешь молодежь» снимают по всей Москве. Специальный человек, его должность называется локейшн, выбирает место так, чтобы сразу можно было снять несколько скетчей. Пока съемочная группа работает на парковке, техперсонал превращает вход гостиницы в военный блиндаж. Так из подручных материалов в шоу делают почти все декорации. Василий Куценко, человек, который на этой площадке решает почти все, говорит, что такое можно снять в любом регионе. Главное — чувство юмора. Остальному можно научиться. И даже те ребята, которые не профессиональные актеры, они сейчас учатся. То есть Андрей Бурковский сейчас в школе-студии МХАТ занимается, Миша Башкатов тоже прошел курсы Германа. То есть, в общем, все ребята так или иначе имеют актерский опыт. В новом сезоне, обещают создатели, «Даешь молодежь» повзрослеет. Появятся и новые герои, и новые темы. Молодежь будет шутить актуально, про политику. Не над кем-то конкретно, не над персоналиями. Мы собираемся смеяться именно над молодежью в политике. То есть сейчас появилось очень много молодых людей, которые, даже, в общем-то, школьников, если их спросить, кем ты хочешь стать, они хотят стать либо олигархами, либо депутатами. И вот над этими людьми, которые с детства, с молодости стремятся в политику, в партию. Вот над ними мы смеемся. Интимная деталь съемочного процесса. Вот так актрисе закрепляют микрофон. Просто деталь. Актрису в возрасте оператор учит стрелять из автомата. К слову, чтобы привести «Даешь молодежь» с концертом, стоит десятки тысяч. Повезло москвичам. Они просто так встречают актеров в обычных московских двориках. Две недели мы показывали и говорили о том, что готовит СТС в новом сезоне. «Воронины», «Папины дочки», «Закрытая школа», «Физика или химия», «Даешь молодежь». Зритель любого возраста найдет здесь что-то свое, а главное, получит дозу здорового юмора. В общем, смотрите СТС. Первый развлекательный.